организация кому принадлежит? Эта организация принадлежит Осачеву Александру Александровичу. Чем она занимается? Рыбный отрасль. Там же свободно. Осачев Анатолий Александрович, как давно вы его знаете? С 2005 года. Какие между вами сложились отношения? Ну, как предприниматель, ну, хорошие отношения. На 2000... состоянии на 2009-2010 год он являлся вашим работодателем? Да. Скажите, пожалуйста, где вы проживали в указанный период? Проживал на производственной базе. Что за база, где она находится? Мыс, Косаковский район, мыс Свободы. Ну что это такое, что за производственная база? Завод? Завод. Вы жили на заводе? Да. Скажите, пожалуйста, вам известно, где проживал Осадчев? Да, производственная база Осадчева. В 2009-2010 году. Строил коттедж. Вопрос еще раз. Вам известно, где проживал Осадчев в 2010 году? Я не спрашиваю, что он делал. Я спрашиваю, известно ли вам, где он проживал? Нет. Заявил, что в 2010-2009 годах Осадчев строил коттедж. Там на свободном. 2009-2010. О каком коттедже вы сейчас упомянули? Кто его строил? Я строил. Кому? Я построил его для Осадчева. По какому адресу? Солнечный свет, АТК, 3/1. Еще раз. Можно не перебивать, я пока вопросы задам. Солнечная МТК. Солнечная МТК, дальше. 3/1. 3/1. Скажите, пожалуйста, сейчас секунду. Удаление очень долго формулирует вопрос. Складывается впечатление, что... Можно не разговаривать. Скажите, пожалуйста, на момент работы у Осадчева чем вы занимались? Какую работу выполняли? Водителем. Только водителем? Да. Скажите, пожалуйста, вам Осадчев предоставлял жилье? Да. В 2010 году вы проживали на... А можно задать вопрос адвокату Воробьеву, а не перебивать постоянно? Спасибо. Процесса. Напоминаю, что нужно хранить молчание, все вопросы, пояснения даются разрешение суда, в том числе и для присутствующих лиц. Пожалуйста, в 2010 году где вы проживали? Я проживал на мыс Свободном, выезжал на производство. Скажите, пожалуйста, вам еще раз спрошу, Осадчев в 2010 году предоставлял жилье. Да. Где оно находится? Слушайте, этот вопрос задается уже третий раз. Мы свободны. Это жилье? Да, там, на базе. Следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, вам знаком человек по фамилии Шадрин? Да. Когда, от кого вы первый раз услышали об этом человеке, или при каких обстоятельствах вы познакомились?
чего вы сделали вывод, что это именно Шадрин, а не иное лицо? Кто вам его представил? Никто. Вы... Я его не знал еще раньше. Раньше вы его не знали? Не знал. Он вам представлялся? Представился. Как его звали? Можете вспомнить? Олег Шадрин. Он пояснил цель визита своего? Позвать Осачева Анатолия Александровича. Так, вы выполнили его просьбу? Да. Что дальше происходило? Я вызвал Осачева Анатолия Александровича, и Анатолий Александрович вышел за территорию. За территорию чего? Коттеджа. Ну, что происходило? Вы наблюдали за ним? Нет. Или не наблюдали? Нет. Вы за ним не наблюдали. А можете вспомнить, как долго